Замуровали демоны. Ас. Ас загнал детвору к себе и закрыл, чтоб не уходили. Смотрите, смотрите, что сделал. Они вот так специально схватил телефон, они вот так пытаются уже сколько времени туда перелезть, но у них ничего не получается. Вы видите? Вот вы мои хорошие. Ой, закрыл этот папка-нянь, да? Через толстую эту задницу перелезть не можете, да? Ты что забаррикадировал, деток? Всем привет, ребят. Продал сегодня 4 поросят. Ура, 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 ура. Вот от этой свинки, как и заказывали, один взял 2 кабанчика кастрированного и свинку, второй взял 2 кабанчика некастрированных. Он планирует их оставить на племя. То есть купил 2, это правильно, и какой будет лучше в дальнейшем, того и оставить на кнура. Нужно так делать, и я считаю, что и мне нужно так делать, если вдруг надумаю купить кабасика. А вот этого кастрированного кабанчика, это заберет мой друг, я уже с ним разговаривал, он слезно просил, пусть побудет еще пару дней, он не сделал пол. Ну, думаю, свинку разгрузили, четверых убрали, уже ей легче, у нее осталось всего 6 штучек, ну и свинке станет, ну, стало легче. У этой свинки 7 штук, эти поросятки продаются. Кстати, от вот этой мамки я взвесил поросят. Ну, вот этих, которых продал. В них по 12 килограмм. Во всех 4 одинаковые. Этот примерно такой же. Ну, 12 тоже, 12,5 примерно. Прям отличные у этой поросятки. А вот эти поросята, ну, вот не считая вот этих черных, потому что они сами маленькие. Вот эти 2 белых свинки. И вот эти 2 рябеньких. Вот эти обе. В этих по 8 килограмм. Ну, поменьше немножко, но... У нее они как-то и росли сразу поменьше. Так что вот так. Цену снижать не буду. 1200, потому что, ну, даром отдать не хочу. Оставлю тогда себе на откорм. Загон у меня освободится. Так что им будет где откармливаться. Будет там побольше поросят, будет им теплее. Сейчас май месяц, к январю, к февралю, как раз зима, им там будет тепло, и буду сдавать. Покастрирую вот этих всех красавчиков и оставлю себе. Это если не продам. Ну, как-то так. Сегодня во время стрима спрашивали, сколько убрал бройлеров. Да вот только начал. 5 штучек убрал, ребята. Вот те, которые я показывал на видео, те, что мы двое с тещей щипали, и те, которого одного заказ был, и сегодня 2 убрал, потому что у одного было сломано крыло, а... Как я заметил, я их вытягивал вот сюда, и я даже не заметил, оно прям у меня сломалось в руке. То есть я не взял вот так под этого, а взял так закрыли, а он дернул. А кости все равно против мышц у них слабые, оно немножко треснуло. Это было вчера, когда я убирал. Так что вот так. Здесь получается 34 штуки. Ну пусти детвору! Пусти детвору до мамки! Там кормежка начинается! Встань! Встань, тюлень! Ну встань! Паразит, нянька! Встань! Кыш! Кыш! Во, молодец, бля, какой жирик! Кушает отлично, все зашли. Все. А никакого кормления нету. Вот эти вот 4 поросенка, прям... Вот они, вот эти первые. Прям хорошие. Даже вот та черненькая стала сосать 2 соска. Вот та свинка. И тоже почти сравнялась с этими. Им месяц и неделя. Ну, около 8, может 9 килограмм. Так что, ну, мелковаты, конечно. Но ничего не сделаешь. Такие, какие есть. Задатки у них от здоровых свиней. Так что будут хорошие свиньи. Я же говорю, оставлю, если что, себе. Жара донимает всех, ребят. Погода, знаете, вот дожди идут плохо, жара плохо. Вот даже мои вот эти красавчики, смотрите, жарко им. Жарко детворе, да? 6, а я сказал 5, а их 6. Вот 2 и здесь 4, 6 штучек. Правильно же, 4 и там 2. Да, 6 малышей. Вон, да. Вот такие красавчики. Ждут, пока мамки что-то с папкой принесут. Вот так.
Он залетело. Так жарко, что даже вот эта малышня, вот я еще сегодня, ну вот сейчас уже вечер, еще вот здесь не убирал, даже эта малышня, им жарко, они вот так в мокрое ложатся, потому что солнце поворачивается и вот так прям жарит в окно им. Жарота, да? Корма он насыпал, разгребли, ну они потом собирают. Ленивые, смотрите, какой парасян огленивый, улегся в кормушку поперек, то есть вдоль, и кушает лежа, да? Ириска. Касатка. Ну, вот так. Что еще хотел в этом ролике сказать? Поросятки продаются по 1200. Если вдруг кому-то надо, приезжайте, забирайте. И утята. Уже июнь месяц, и утят плохо, вообще берут плохо. И я прям боюсь, что у меня останутся индоутята, потому что у меня очень много кряколок, и прям не хочется, чтобы они остались, их потом мне некуда девать. В этом году из-за цены на зерно, а цена стартанула еще с осени, очень-очень плохо берут и птицу, и животных на откорм. Поэтому хочу, ну если вдруг кто-то захочет, я продам вам утят уже по 20 гривен. То есть как бы были по 35, буквально неделю назад забирали еще по 35 гривен. Сейчас прям хочу снизить вот так низко, чтобы у меня не застряли утята, хочу их продать. Там у Мулардихи целая свора утят. И вот, вот смотрите, что тут происходит. Смотрите, что происходит. Вот это будет лупить буквально на днях уточка. И вот эта утка, начался у нее вывод. Вот я еще даже скорлупу не вытягивал. Вот такая красоточка начала выводить сегодня. Вот так. Молодец. Молодец, молодец. Она привстала, жара, жара сильная, так что она вообще на них не сидит, не греет. Вот те, которые еще не вылупились, вот проклюнуты, можно проверить. Так, этот не проклюнут, может кто-то поднес. Ну а здесь такая вот, смотрите, целая кучка индоутят. Вот скорлупки еще куча, одна, вторая. Это непонятное тоже яйцо. Сейчас прям солнце светит, ничего не проверишь, потому что нужно забирать яйцо в погреб. И вот скорлупка, сколько ты их тут, сколько там у тебя их вывелось. Вот проклюнутое тоже яйцо, с другой стороны с острой. Но на клюв движется по яйцу, так что должно быть все нормально. И вот это тоже проклюнуто. Что там у тебя с яйцами? Сколько у тебя там получилось малышни? Вот так вот скорлупка. Так, и здесь вот наклев, то есть я вот вижу 3 яйца, 4, и вот это наклюнуто. 4 проклюнуто, 1, 2, 3, 4, и 4 не проклюнуто. И вывелось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, наверное, 8 штучек здесь. Все. Вот еще крышечка от яйца. Так что, ребят, если вам нужно, приезжайте. Вот есть суточные по 20 гривен. И недельных тоже отдам по 20 гривен. Главное, чтобы они у меня не застряли. 4, а я вижу 9 утят. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, здесь 9 малышей. Все-все, вот так. И яйца. Это яйцо, оно буквально вот сейчас утята выводятся очень оперативненько. То есть, как бы... О. Яйца поправляет под себя. Молодец, молодец. Если хотите, я вам продам вместе с уткой. Утка продается за 150 гривен. Как была цена с осени и в прошлом году, и так у меня цена на утят, то есть на уток, и не меняется. Потому что я не знаю, как кто может продавать дорого. У нас тут такие цены. То есть дороже, чем 150 гривен утку, никто не купит, потому что местность такая. Те, у кого есть утята, вы видели, на рынок вывозили вчера утят, позавчера, в четверг. И тоже женщина просила 35 гривен, через час говорила, за 30 отдам. Потом подошел к ней мужчина, у нее белые были утята. И она сказала, по 25 отдам, но и по 25 тоже все равно не купили. Так что, ну, буду продавать по 20, где-то полтора месяца. В августе буду отдавать по цене яйца. Так что как-то так. Вот такие дела. Здесь вот крякающая сидит красавица. Она, это единственная из крякающих, которая не бьется.
Вот у нее тоже целая куча яиц. Скоро будет вывод. Тут вот сидит рядом индоуточка. Тоже скоро будет выводить. Ну и вот эта красотка тоже здесь сидит. Не знаю, я у нее ничего не проверял. Будет что-то, не будет, понятия не имею. Так что просто ждем. Вот так. Шо, красавица? Пип. Эти придурки, что ли, не поделятся даже в ши... Глянь, что творится. Глянь, что творится. Эти паразиты не поделятся даже в шестером. Что происходит? Боже, я не думал, что будет так. Так, позвоню другу. Пусть срочно сегодня-завтра забирает. Мне надо, чтобы вот этот с кривым, то есть с переломанной челюстью, и вот тот маленький вьетнамчик поправился. То, что творится, я не представляю, как они могут себя так вести, если сосков 10, 4 поросенка только что уехало. Вот паразиты мелкие. Носами он хрюкают прям. Гля-гля. Гля-гля, они не определятся, что делать. Гля-гля-гля. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, мелкий вон выхватил себе сосок. Вьетнамчики эти тоже, ребят, продаются. 3 свинки вот по 500 гривен. Свинки шикарные. Около 6 килограмм, если не больше. Прям крутые. Наверное, даже по 7. Им тоже. Им месяц и 10 дней. Потому что Пеппа поросилась 9-го. Сегодня 19-е. Ля, что делает? Глянь, что делает. Ля, что делает? Паразиты. Во. А это уже покормила. Ну, вот такой небольшой ролик объявления. Приезжайте, ребят, забирайте утят по 15, ой, по 15. Бесплатно уже. По 20 гривен. Там есть штучек 17. И это вывело уже 9. И 4 выведется, 13. И 4 непроклюнутых. Ну, непонятно. В общем, 17 яиц, 14. 13 штук точно будет. Вот так. Утятки тоже вот пытаются прятаться в тенечек. Ну, вот так. Одна погода сменилась, одна непогода сменилась второй. Я уже много раз говорил, что у нас зона, ну вот, рискованна в земледелии, потому что тут вечная засуха. Так как, ну, у нас тоже шли большие дожди, но таких ливней, как вот в других городах, у нас не было. И вот дожди закончились, и сразу жарит сейчас на солнце 30-35. Вот, кто помнит здесь лужу, которая держалась полтора месяца? Она высохла за один день. Сейчас сухота. Вот сорвал такую длинную ветку винограда. Они вон обглодали ее. Ну и сидят себе отдыхают. Кто в теньку, кто вот на солнце жарится. Может, тут был тенек, я не знаю. Все. Вот такие дела. Все. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.